Друзья мои, добро пожаловать. Это Quick Draw, и сегодня мы будем рисовать. Рисовать мы будем много, рисовать мы будем жестко. Ну, в общем, я Олег, если что. А мы будем рисовать очень жестко, потому что рисовать будет Олежа. Олежа, да. Я готов. Ну, хорошо. О, кофе-кап. Чашечка кофе. Чашечка кофе. У меня вон стоит чашечка кофе, я до нее дотянуться. Олежа, что это? Это блюдце. Это цветушка. Кушка, это какой-то ночной горшок. Смотри, это чашечка кофе, сука. Угадала, это кофе? Да? Да, кофе-ка, конечно. Кэндл, свечку. Свечка. Тихо, тихо, тихо. Папка рисует свечу сейчас. Только она у меня дистрофичная свеча. Это очень тоненькая. Лежа, это не... Дверь. Дверь? Door. What the fucking door. Что это за... А. Да, конечно, детка. Гольф-клуб. Ёпта, опять гольф-клуб. Хорошо, я нарисую машинку. Так, вот такая, вот такая. Я с удовольствием посмотрю на твою машинку. А, какое пиано? Это не... Что за машина этого самого пиано-заголового? Вот тут такое кресло, вот тут еще такое кресло. Машина, машина, блядь! Что это? Я не знаю. Ботинок. Ботинок? Да. Я не могу нарисовать. Хорошо, давай нарисуем ботинок. Вспомни свои мои любимые. Угадала? Да, по-моему. Лайн. Линия. Линия? Решила мне закидывать под уровень, понимаешь? Давай чашечку кофе посмотрим. Давай посмотрим. Ну, посмотри, ну прикольно же. Ночной горшок. О, смотри, как из Старбакса, помнишь? В Старбаксе такие же были. Ночной горшок, ты о чем? Ночной горшок ты нарисовал. Смотри, с ручечкой. И туда уже явно сходили. Я что-то вот не очень-то понимаю. Вон еще чашечка из Старбакса. Смотри, какие няшные чашечки. Тебе нравится Старбакс? Нет, Старбакс. Здрасте, ты пил кофе в Старбаксе, потом плевался. Да, пил, но не у нас же, за границей. Ну, так тем не менее. Что? Смотри, кларнет. Весь кларнет, слушай, я, оказывается, понял, как кларнет выглядит. Ох, как много свечей. Вот это класс. Ага. Ну, я думаю, что люди с планшетами рисуют. Понятное дело, а хули еще делать? Ботинку показал. Меч. О, меч, это хорошо. Смотри, главное, меч, это вот так вот. Оп, оп. Ручку меча. Да, вот это ручка меча. Что это такое? Это не сабля же. Это меч. Родная, смотри, это похоже на меч? Нет, я даже не вижу, а вот, что типа, голова, меч. Смотри, вот голова такая, типа, вот ее, хуяк! Я, типа, показал просто, как работает это действие. Бейсбольная бита. Что это было? Это бейсбольная бита. Он не понимает. Это ж тебе не Люсида или как там ее? О, Люсида, точно. Это бита, блядь, дурак. Бэкпэк. Ну ты знаешь, что такое бэкпэк. Да, это рюкзак. Вспомни мой рюкзачок. У меня много рюкзачков. Боже, Google Баба уволится. Блин, на свинью похоже. На свинью. Что она сказала? Чандельер, это, по-моему, подожди. Чандельер? Подожди, чандельер, это не канделябр? Удачи, помнишь? А, джентльмен удачи. Подожди, я сейчас гугла спрошу. Как гугли скорее, да шулька гугли. Что такое чандельер? Чандельер. Это как тысячи чертей салага. Ты не знаешь, что там... Чандельер. Люстра. Как я нарисую люстру? Слушай, я могу гугл бабу просить, она тебе будет озвучивать, что и что. Канделябр, я так и думала, что это канделябр. Да, это чандельер. Hurricane. О, песня 30 секунд до Марса. Ураган, да. А, ураган, точно, есть же это. Skinny West. Porsche Hurricane. Ураган, как я нарисую ураган? А, смотри, это рисуется просто. Значит, сначала рисуется человек, а это типа его задница. Смотри, а это такой ураган из... Это ураган. Это какая-то Ким Кардашьян. Короче, Кардашьян? Ураган, а не Кардашьян надо было. Или... Айфл, ружье рисуй. Да вообще ништяк, смотри. Ружье рисуется вот так. Ты же в касочку... Ой. Что-то она что, поняла, что я рисовал? Наверное. Так, ну покажи чандельер.
Подожди, а где мои? А. Вот это было твое. Вот это же твои рисунки. Что ты хочешь посмотреть? Вот давай меч, да, давай, а давай чандельер, значит. Ну, у человека вот проблема. Вот это антенна советская, советская. Это сливы на сливы, наливные сливы. Я вижу тут сковородки. Мы с ребятами так еле любили зеленые сливы есть, и потом так дорестать бегали. Ладно, не об этом сейчас. Кофеек, подожди, я тебя потом выпью. Да, о, точно, чай. Ну я кофе хочу! Джимичу хочу, и айфон хочу. Нет, я хочу только кофе. Просто играю с тобой в игру и ничего не хочу. Слушай, ты рёпер. Да, детка, I'm a hustler. Так, что ты хочешь? Хочешь посмотреть, что такое хюрикен? Да, хюрикен. Человек. Ну вот хюрикен. Я понял. Вот, я тоже думаю, ты вот спиральку нарисуешь. А чем тебе не вот это, ураган? Это Ким Кардашьян, у которой от хюрикена Кенни Уэста прихорела. Ты понимаешь, что это припеканус? Это тоже интерпретация урагана. Это что, винтовка? Ну, если бы я рисовал оружие для Бэттлфилда какого-нибудь. Знаешь, это просто бесподобно. Стой, стой, стой. Люси, думай, давай покажи мне этот самый, что там... Бэкпэк, наверное, тебе хочется посмотреть. Нет, бэкпэк я знаю, как рисуется. Меч покажи мне, как люди рисовали. Меч? А где он? Первое. Ну вот видишь, ты даже угадать не можешь из своего рисунка. Колгейт, родной, ты чуть пасту не нарисовал. Нет, ну это... Да. Ну меч же. Я же нарисовал, типа, меч. Какая-то гусеница. Человека. Ты понимаешь, что просто есть тайный мир воздания? Банк с краской. Paint can. Ладно, баночка с краской. Это такая штука, типа, тут она держится. А тут такая мазилка. Чик-чик-чик-чик. Смотри, смотри. Похоже? Нет, это хеликоптер. Банка. Бакна? Бакна. Клауд. Это iCloud, да, нарисуешь? Ух ты. Так, это действительно iCloud, бейба. О, pineapple. Apple pen. Подожди, мне что, ананас? I have an apple. Ананас? Да. I have a plan. Сначала прическа, потом такая вот шляпа. Apple pen. Это фрок. Давай я тебе нарисую, да, вот так. Только там надо, типа, квадратики, ну, типа, штрихи. Ну, да, вот так, да, вот так, да. Сквигл, я не знаю. Маленький сквигл. Сквигл. Сквигл, сквигл. Эй, детка, слушай, сквигл. Сквигл, сквигл, сквигл. Залезь в трусы тебе, сквигл. Сквигл, сквигл. Что такое сквигл? Я как раз рифмую по теме, наверное. Закорючка. Что? Закорючка. Закорючка, дит, давай рифмуй сюда. Закорючка. Закорючка. Закорючка вот такая, что ли? Наверное. Все. Закорючка, тварь! Ты что, не поняла? А как закорючка рисуется? За ко рючка. Рючка. Закорючка! Зак! Ста? Звезда? Да. А, хорошо. Да. За. А, звездочка. Тебе какой. Какая ее? Подожди. Да, ну звезда ж, ёпта, звезда, сука, это звезда. Тупая губка. Паста? Блять, выдавливание. Зубная колгейт, давай, то, что ты всегда любил делать. Брал пасту у меня. Блять, ты что с ней делал? Что? Я не знаю, я хотел пасту нарисовать. Рисуй. Я не знаю, как пасту рисовать. Ребят, теперь вы знаете, что Олег не знает, как чистить зубы. Я знаю, как чистить зубы, как пасту нарисовать. Угадал же вроде. Что так, это? Так, теперь давай банку. Давай вот покажи мне тут банку с краской. Смотри, это штучка, за которую ты держишься, правильно? Это банка с краской. А лишь та штучка должна быть более округлой. Ну, в моем понимании она такая. Господи, как все плохо. Как все, что? Хоть туча нормально. Покажи мне pineapple apple pen. I have an apple. I have a pen. Вот именно что, have. Apple за корючка, смотри. Что это? А вот это что? Это море волнуется раз, это вообще непонятно. Вот закорючка, вот закорючка. Так, звезда. Значит, смотри. Вот, пожалуйста, чем звезда? Ну, немножко не вышло у меня сначала. Вот, раз, смотри. Смотри, элементарить, ебано. Элементарить. Да я тебя лучше любого астролога научу звезды рисовать. Посмотри. Что вот это такое?
что это такое? Наркоман? Нет, М, смотри, напиши. А, это зуб, зубная щетка. Щеточка? О, офигенно, смотри. Да. Выдавил прямо из себя. Тоха. А, это не Тоха написано. Татус, это типа зубы. Тату, да. Хорошо, хорошо. Маус. Мышка. Может, игровую, может, я не знаю. Лишь, у тебя же миллион мышек. Ребят, не смотрите. Что? Это мышь. Зубки тогда и прорисуй. Как собака. А, ну, усики. А, усики. Какой пэрот, блядь? Тихо, тихо. Носик. Колено. Стрела в колено. Колено? Скайрим рисуй. Лишь так ноги не... 12 сантиметров ноги, да, Леш? А куда колен? Это задница? Какой скорпион? Это что, скорпион? Похоже на какие-то... Нет. Бутылка вина. Бутылочка вина. А, хорошо, представим, как сначала нам говорили горлышко рисовать, потом бутылочка, потом донышко, потом... Wine bottle! Ой, ты понимаешь? Слайд, это, по-моему, водяная горка. Сейчас, подожди. Вот слайд? Я, по-моему, водяная... Ну, это я так бы перевела. Вот. Пускай гугл-тёлочка нашепчет мне правду. Как это рисуется? Водная горка. Водная горка. Там был и горка. А потом, водная, может быть, горка. И Пашка наступил маленькую какашку. Водная. Ладно, давай горка. Играть. Так, водная... что? Водная горка. Водная го? Водный го. Водный го. Ой, горка? Да, водная, быстро, быстро. Че ты сидишь, тыкаешь? Воду рисуй, воду, воду. Аватаж, аватаж, сука, вода. Аж, сука, два о. Ой, это не вода, да? Да, это вода, вода. Может, два о? Я нарисовала airplane. Давай, рисуй, как GTA-хи. Ты же летал на самолете. Я знаю, вот я и рисую. Ну да, надо было тебе меньше спать в самолете. Чем не самолет, мразина? Смотри, какой няшный, я ему даже колесики сделал. Лег. Лег, нога. Нога? Да. Быстро рисуй, быстро. Что у тебя какие-то... То ноги короткие. Фут же, ну ёба. Да не фут, а лег тебе надо. Полную ногу с коленом, с попой. Что это за жиробом? Что-то всех Кардашьянов каких-то рисуешь. Это не Кардашьян, это просто утром проснулся. Так, давай посмотрим на мышку. Господи, что? А что у нее такое? Это нос я рисовал ей, да? Ребят, вот мышка. Вот мышка. Вот мышка! Это почему у меня мышка похожа на кенгурушку? Я не знаю, почему ты так рисуешь! Ну, каждый имеет... Бля, смотри, какая мышь похожая на тостер. Мышь похожая на тостер. Я так любил тебя смотреть. Я любил и греночки нагреть. Ты мышь похожая на тостер. Прекрасно. У меня будет музыкальный летсплей. Еще такого, наверное, нет. Давай уже. А я еще хотел... Поздно. Дракон. Да. Знаешь, я думаю, что лучше все ролики тебе рисовать. Нет. Что это такое? Что это за кокошник у дракона? Это дракон. Это его рот. А пламя. От крылья дракон. Хвост. Угадала? Нет. Колено. Опять колено? Подожди, у нас колени в какую сторону выгибаются? Так? Какой дайвинг-борд? Ты что, заклинилась? Тут нету колена. У тебя человек без колена. Вот колено. Ой, я даже обведу, как на ютубе любят. Гарден тебе. Фу, Олежа. В смысле, Олежа, фу? Чейр давай рисовать. Да, чейр. Вообще-то. Не чейр. Чейр. Что такое чейр? Стул, вообще-то. А, точно, я же что-то совсем забыл. Похоже? Спинка? Стул же, ёп! Ну... Как стул бы еще можно? Я не знаю. Ну вот же стул. Смотри, вот спинка, вот стул. В чем проблема? Ну спинка наклоненная. Тейс, ну ракетку давай. Ну это вообще простяк. Чувствую, что я тебе свою ракетку давать не буду. А у нас она не так идет немножко. Теннис, ракет, детка. Все просто. Я просто понимаю. Пейперклип.
защёлка. О, подожди, а кто-нибудь, подожди, давай посмотрим. Защёлка для бумаги, что ли? Это, наверное, защёлка для бумаги, да. Пейперклип. У вас есть 20 секунд, чтобы нарисовать мою... Скрепка. Давай скрепку. Скрепка, по-моему, как-то так, блядь, рисуется. Точно, ты смотри, я даже не закончил. Камуфляж. Камуфляж. Как я нарисую камуфляж? Объясни мне, просто вот сейчас логически... Губочки всякие, пятнышки. Как? На чем? На ком? На белой бумаге. Камуфляж? Свигл увидела? Мы выгл. Ну. Это камуфляж, детка. Так, давай начнем, подожди, я хочу посмотреть. Что да, вот это за изрыгающее пламя? А, смотри, дракончик. Это кто? Это на ктулху похож. Что, мусты, усы? Да. Господи, боже, какие драконы. Ты посмотри, какие драконы вот здесь. Вот именно, режь. Посмотри, вот, какие вот, драконы. Смотри, вот это дракон. Представь, что это полуктулху, полудракон, он извергает пламя. Полудемок какой-то. Это куни-дракон какой-то просто. Куни-дракон? Куни-дракон. Что тебе еще? Скрепка и сна. Это что было? Вот это, да, вот покажи мне, что это колено. Йога, посмотри, как йогу надо рисовать. А, в эту сторону колени у нас. Ты сидишь, ты знаешь, куда колени. Да, я знаю. Ну, когда... Ох, вот это классное. Самое нижнее, самый свэк. Ага. Сам сок просто, Вася наливной. Ёпт. Ну, такие... Стул. Посмотри, пожалуйста, как рисуется. Да, вот. Ну, вот же, четверенька, перезёрнька. Ты не четверенька, Катенька, ты вот, не смотри, четверенька. Вот, смотри. Ну, смотри. Так вот он там проекцию сделал. Стул-то, ёбаный. Что тебе мешал проекцию сделать? Я так, последний давай, раз сейчас играю. Давай, последний раз. Смайли фейс, улыбочку. Смайлик. Да, это смайл фейс. Телевидение. Так, телевидение. 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 Сони. Телевидение. Похоже на телевидение. Да. А чем не телевидение? Мегафон. 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 Лишь, я думаю... Ну, мегафон же пчела. Нет, вообще-то... А что? Это мегафон же сказали нарисовать. Мегафон, который мегафон. А, рупор? Не, ребят, я только так могу. Маленькую пчелку. Зачем пчелка? I see the camouflage. Я вижу все, что ты перечислял до этого. Нас. Picture frame. Рамка для... Вообще без проблем, смотри. Marker. Ну? Да, это picture frame, детка. Тостер. Маленький нежный тостер. А ты важный маленький тостер. Я тебя заставлю посмотреть этот мультик. А... На ножках. На ножках, Олежа! Тостер на ножках. Ну, вот даже тут хуетень для того, чтобы он выпрыгивал. Не оттуда же, он сверху выпрыгивает. Ну, представь, что у меня проекция в виду сбоку. Родная, я тебе говорил, я не умею рисовать. Поэтому без претензий. Все. Сьюткейс. Сьюткейс? Сьюткейс. Подожди, это чемодан, что ли? Чемодан? По-моему, да. Ой, блядь, у меня все какое-то квадратное дыры больное. Валя, вспомни, как видит. Да не конверт же, чем. А тем не менее, я вроде даже угадал. Да? Ну, давай посмотрим. Вот чисто интересно. Ну, как тебе сказать? Ну это мой сказать? Чемодан. Представь, что он полуоткрыт, полузакрыт. Лишь, у тебя не такой чемодан. Вот, мне нравится телевидение. Немножко не похож. Ну, смотри, телек, правильно? ЖК, антенна, чтоб ловил Doom 2, Sony и подставка. Все. Все целемудренно. Во, мегафон. Мегафон, да. Это что такое? Это рупор. Окей, ну мегафон же. Ну, Олег Брейн, отойдите, пожалуйста, вы загораживаете дом 2 от Sony. Улыбаясь, вы загораживаете нам тостер, который смотрит на рамочку. В картине дом 2. А сама картина находится в сьюткейсе. Чего? Ничего. Я думаю, что на этой прекрасной ноте надо прощаться. Да, я думаю, что в следующий раз все равно мне рисовать. Да, попробуешь дальше для своего мастерства, а я уже буду угорать над этим. Хорошо. Все, ребятки, не забывайте ставить лайки. И подписываться на каналы. Пока-пока. Всем пока.